Привет, дорогие друзья! Сегодня у меня на обзоре Infiniti QX80. По многочисленным просьбам я сделаю этот обзор. И мы поедем в Lucentis Customs. Обзор будет небольшой, так как у меня установлено очень много модов, потому что игра может вылететь. Автомобиль довольно большой, управляемый. Вот видите, уже BMW встретилась на моем пути. Сейчас еще посмотрим. Я сделаю такое видео, покажу все свои автомобили. Ну да, вы все свои автомобили, все там штук 20-15. Прям так буду идти по тренеру буду создавать тачки, и у меня там их наберется не знаю сколько. Создам такое отдельное видео, и вы увидите, сколько у меня машин. А встретимся в Lucentis Customs, друзья. Ну так что, продолжим. Вот уже два Мерседеса будут стоять. Заезжаем потихонечку. Вот. Фантом FQ2, внедорожник, автомобиль. Назад, двигатель, клаксон. Тут что внутри? О, салон крут. Давайте коричневый поставим. Как пусты мне видится, как коричневый. Подвес королевы, гоночный, поворотник. Колеса будем только тонкие покрышки и черные дыры. Стекла сканируем и выезжаем. Я вам покажу, как она с виду, а потом переместимся сразу же на челяд. Она прям выпахать. Чуть четко не сбили. Так. Вот уже X5 какой. Вот по размеру Infiniti чуть больше. Он с Mercedes мы лучше сравним. Так, Mercedes. Mercedes чуть подлиннее. Вот, такая тачка. Ну что, сейчас даем газ в пол и посмотрим, какая она быстрая. Это газ в пол, ребят. Оп, обходит. Оп. Давай. Хотите дрифт, а вы получаете дрифт. Вот так. Плохая попытка для дрифта, ну ладно. Краш-тест уже начался, и дождь уже начался. Вот такие у нас... Ну, конечно же, если бы у нас не было брони, мы бы уже давно взорвались. Ладно, продолжим на челяде. Так что, продолжаем на нашем черном Infiniti. Спускаемся. И... Оп-ля. Главное, чтобы не взорвался. Только просто не взорвался. Да, есть. Только не обвелку. Объелку не надо. Малорик, блин. Ну, сейчас елка нам придала еще удар вверх. А вот теперь мне эти елки там довольно-таки помешали. Ну, вот автомобиль хорошо, как я вам говорил. Выслетел бампер. О, щит. Давай крышу сейчас. Автомобиль хорошо снялся. Двух дверей уже нету. Ох, камень мне мешает. Что с нашим автомобилем произошло? Автомобиль я это называю бегемотик, так как он не слишком большой и не слишком маленький. Давайте объёк. Сейчас сорвёт этот гейзерайся. О, да. Вот это у нас повреждение. Ну что, продолжаем, дорогие друзья, делать спуски. Пуски с другого ракурса. Тут ракурс довольно уже побольше. Тут автомобиль может взорваться. Ох, вот какой идиот покупил себе синий Infiniti.
когда-нибудь видели в жизни синий инфинити? Синий инфинити никто в жизни не видел, я так думаю. Только если самодельно его перекрасить, то можно увидеть. Но никто не станет перекрашивать. Мне кажется, в производстве есть только серый, белый и черный. Классические цвета. Так, автомобиль. О, щит. Зад тонус как примяло. Задок сплющился. Ладно. Ну, так что, продолжаем нашим розовым инфинити. Розовый инфинити